Привет, привет всем и добро пожаловать на мой канал. Мне на самом деле довольно страшно начинать это видео и в целом вести канал, потому что все начинают обычно лет 16, 20, 20 чем-то и потом уже становятся классными блогерами, а мне уже 30 лет. И давайте будем надеяться, что это не какой-то показатель, который будет влиять на мое продвижение на YouTube. Итак, в этом видео мы с вами познакомимся, а также я расскажу, о чем будет этот канал, о чем я буду снимать видео, почему нужно подписаться обязательно и смотреть мой канал, почему он будет вам полезен. Итак, меня зовут Света, я консультант по устойчивому развитию и экологии. Что это такое, расскажу, наверное, в течение ведения канала, либо можете послушать мой подкаст, про него тоже сейчас расскажу поподробнее. И также я сейчас живу в Австралии, в Сиднее. Переехала сюда где-то год назад уже почти, но до этого я училась в Австралии в Квинсленском университете и, соответственно, вернулась сюда спустя 5 лет. На самом деле у меня уже был и есть подкаст, просто сейчас он на паузе. Он был первым подкастом про устойчивое развитие и экологию на русском языке. И тогда у меня было примерно похожее ощущение, как и сейчас. Тогда я просто увидела, что аналогичных подкастов на русском языке нет, и начала свой. И он классно пошел, в общем, стал довольно известным в узких кругах. И сейчас я чувствую примерно то же самое по отношению к YouTube-каналу. То есть, когда я зашла на YouTube и попробовала найти видео, которые мне были бы интересны, в интересном формате, с интересными спикерами про Австралию и устойчивое развитие экологию, я такого не вижу, и поэтому я решила начать свое. Будем надеяться, что вам понравится, и мы с вами сделаем какое-то вклад в общество, сообщество, и, в общем, сделаем наши видео полезными вместе с вами. Потому что надеюсь, что вы мне поможете в составлении первоначального контента, будете говорить, что вам будет интересно, на какую тему снимать видео и так далее. Кстати, если вы знаете какие-то классные каналы про Австралию, устойчивое развитие и экологию, то скидывайте мне, я буду очень рада смотреть, возможно, я что-то интересное пропустила. Соответственно, мой YouTube-канал будет примерно про эти две темы, или около них. Это жизнь в Австралии и устойчивое развитие и экология, а также ESG. В целом про Австралию я не хочу снимать какие-то видео технического характера или про то, как тут устроена жизнь, потому что я когда-то писала про это еще 5 лет назад, соответственно, в телеграм-канале, и мне это в целом стало уже не очень интересно, и я этот этап, наверное, прошла. Поэтому сейчас мне интересно делиться больше про Австралию в виде влогов, в виде каких-то своих осознаний, мыслей, быта и вообще, как устроена тут жизнь, как обычного жителя, а не только то, как сюда переехать. Про это я, конечно, тоже буду говорить, но основной посыл будет не такой. Ну, я хочу попробовать разные форматы. В первую очередь я хочу сделать подкаст полноценный с иммигрантами, русскоговорящими в Австралии. Мне очень интересно узнать, как тут делают бизнес русскоговорящие соотечественники, там, выходцы из России, СНГ и так далее. Поэтому я планирую записывать какие-то интервью такого формата, а также, учитывая, что раньше мой подкаст был только в виде интервью, но мне самой тоже хотелось очень делиться какими-то своими мыслями, знаниями про устойчивое развитие и экологию, такие выпуски и видео я тоже хочу делать, где буду, соответственно, рассказывать про свой опыт, какие-то знания на тему своей экспертности, потому что я уже более 7 или даже 8 лет варюсь в этой теме экологии, устойчивого развития, ESG в бизнесе, в жизни и так далее. Опять же, я почти уверена, что многие из вас еще пока не знают, что это такое, кроме экологии, соответственно. И обязательно оставлю в описании ссылку на мой подкаст, можете послушать там для начала, узнать, что это такое. Там как раз есть базовые выпуски для тех, кто еще вообще не знает, что это такое. И также запишу обязательно про это видео. Ну и третий формат, который я очень хочу попробовать, это, конечно, влоги. Такого еще никогда не делала, вот, но мне интересно показать вам Австралию через свою призму восприятия. И мне очень нравится эта страна. Я считаю вообще, что Австралия очень недооценена в плане туризма среди людей. Вот я даже по блогерам заметила, что очень мало кто сюда доезжает. Вот, поэтому, да, если вы вдруг блогер и хотите приехать в Австралию, я буду рада вам помочь с самым инстаграмным маршрутом. Потому что на самом деле сюда добраться не так уж и сложно, особенно сейчас, учитывая сложности с логистикой между там, Россией и другими странами. Одна пересадка, и вы в Австралии. Кстати, визу сюда тоже с русскими паспортами дают довольно просто. Вот. Ну и далее, почему же стоит смотреть мои видео и подписаться на мой канал? Во-первых, я планирую давать достаточно много пользы, то есть рассказывать про важность вообще осознанности, осознанного потребления и осознанного ведения бизнеса, ответственного бизнеса, что как раз включает в себя термин «устойчивое развитие».
потому что накопилось достаточно много знаний, и мне хочется действительно делиться этим с публикой и продолжать свое ведение вот этого подкаста про экологию и устойчивое развитие. Ну, а второе, опять же, как я уже сказала, Австралию хочу показывать не с такой скучной точки зрения, как сюда попасть и, в общем, какие экзамены сдавать, как набрать побольше баллов для миграции, а больше жизненных бытовых вопросов. Ну а также не забывайте подписаться на мой инстаграм, там я в режиме онлайн делюсь всеми событиями, также делюсь событиями с работы. Я сейчас работаю в консалтинге в области устойчивого развития в большой четверке в Сиднее, поэтому обязательно не забудьте зайти туда и подписаться.